Готова? I'll do anything. I'll do whatever you say. Приветствую всех, сегодня мы заценим видос от Валеры Гостера «Как вернуть парня 2». Но это не совсем продолжение, это скорее другой режим, потому что основной режим еще как бы собирается выходить, погулять, я так понимаю, не скоро будет. Ну, через годик. Короче, по сути, все то же самое, только 80-е годы, поэтому просто никакого айфона мы там не увидим. Погнали. Типа ретро-режим. И оконченная баба симулятор 2. Наконец-то. Итак, вон они. Сегодня утром я сделала бента для моей сестры, но она покинула дом без него. Я не хочу, чтобы это пойти в отходы. Вы хотели бы иметь это? Трахнуть рис, ты чему предлагаешь? Да, конечно, я был бы счастлив. Кого? Что? Большой вот у тебя, блин. Надеюсь, понравится это. А что, собственно? Спасибо, я буду держать его на моем столе и съем его в обеденное время. Давай, а в 5:15 расскажешь, как тебе это на вкус. Я насру в рис, я навалю туда, я отвечаю. Короче, нужно узнать, где хранят они еду. Это кто? Вы можете обмануть остальных, но меня вы не обманете. Детектив? Думаешь, бороду нарисовал, пиво продадут сразу? Ты чё такой серьезный? Ну ты с полиции типа, да? Ладно, ну тебе нахуй. У меня есть идея. Я когда гулял по городу, в одном из магазинов продается крысюкин яд, который я взял и принес в школу. Потому что как бы вот мой портфель, обязательно у каждого ученика должно быть все вот это с собой. Ты кормишь его бента, я кормлю его крысиным ядом. Все ради тебя, мой сладенький. А где его парта, за которой он сидит? Где рюкзак? Где он? Мой сэмпай. А как тут моего сэмпая не отмечают никак на доске? Нет, почему? Нафиг надо. Он не висит где-нибудь. Вот, тут всякие ценности школы. Как раз место вот под моего сэмпая. Повесьте мне его сюда. Вступайте вот пожалуйста в такие клубы и в моего сэмпая не смейте, твари. Да. Это мне. Он еще лялякает с той козой. Ну-ка быстренько, блин, в школу. О, я восхищаюсь этой женщиной. Так, я должен быть как она. А что он тут трется, этот экзибиционист в плаще? Ты ж педофилюга. Рассвет. Это мы. Что ты нам сделаешь? Что, может, это прогоним его отсюда? Мне он тоже не нравится. Познакомимся? Слав к шерубам! Извини, ладно. Где там бента моего сэмпай? А вот он. Показывай свою парту. Козлина! Ты вот так вот без палева просто оставляешь еду? Зря. Буэна. Так, и напишу тебе записочку, что типа это не я добавил рвотный яд. Я разрушу их отношения. Будешь жрать этот яд для нас с тобой. Пора на занятия, потому что он будет есть на обеде, а обед после первой пары. Пожалуйста, не бегайте. Ай, б***. Ладно. Блин, дежурный твой. Лох, догони, догони, лошара. Ладно, пошел он на... А, вот класс, кстати. Да, а это вроде как ее сумка. Дневник. Mm-hmm. Она любит бандаты, хвостатые, очконосцы, мальчиков, которые носят много евреев. Это как понять? Восхищается мужчинами, у которых есть сумка. А при чем тут мой сэмпай тогда? Он же типа тупой, будет сейчас есть рис с ядом. Но он же дебил. Пора учиться. И... О, наступило обед. Время. Так, обед. Посторонитесь, я лечу контролировать пищеварительные процессы своего мальчика. А, это толчок. И здесь все обедают, что ли, на крыше? Понял. Я буду наготове. Дорогой, если что, блюй сюда. О, ну все, процесс пошел. Вот сюда, 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 давай. Давай, вот тебе тазик. Дурак, сука, куда ты бежишь? Куда ты? Ну, пи***ц, ну и что это? Мужской туалет? Что, думаешь, не зайду? Вторжение. Вторжение. А я нахер тут. Ну чё, как, поел? 5:15. Чисто вторжение встречаются. Там же у дерева. Это чё? Это чё такое? Ты почему такой Кутик. Маленький? Чел, ты чел. Укроти. А меня видно, не? Я хочу узнать нет. Мнение о моем секретном ингредиенте в ваш рис. Эй, сэмпай, как вам бента? Светлана, хруст безе, где? Чтобы по этой тактике сработало, нужно все дни не обосраться с ее симпатиями. Короче, это меня это не устраивает. Я лучше вступлю в какой-нибудь клуб, стану самой классной там, и он сам припрется мое безе пробовать. По порядку. Например, арт-клуб, пожалуйста. Как, а где все, кому вступать-то? Дайте порисовать. Лаборатория биологии, ага. Самый спонсируемый кружок, судя по всему. Пришли. Так, чтобы стать художником, нужно думать как художник.
Это картина. Так, что? Все, я принят? Че, все, разошлись? Все, я теперь художник, я... А, художники все оценивают, типа, ходят. О, да, классная. А, это я. О, это художник, стопроцентно. Ну да, это стена. Я прав? Я принят? Все, я докажу по-другому, я нарисую картину. Даже один мольберт есть чисто для меня, белый, свободный, все. Банка с краской, норм. В смысле, я просто обляпался краской? А как рисовать зачем? Вообще? Я с этой краской ношусь. Надо ему все-таки вступать, наверное. Надо да. найти типа, у которого на плече нарисовано... Что? Блядь, это краска! Кого? Это краска, дебил! Не нравится мне арт-клуб. Музыкальная школа, это по мне. Шо у вас тут? Пианино. О. На этом я не могу играть, на этом я тоже не умею играть. Тут что, кегля здоровая? Так, петь? Ну, почти. Эта песня посвящается моему симпаю, который козел. Ошихите, ошихите, ясно. Вот тут сколько разных. Ууу, вот это моё! Согласен. Ты это... Чего? Я тебе инструмент подбираю, за что? Должно быть очевидно, почему ты здесь. Вообще нет. Нет. Тебя заметили в школе с чем-то опасным. Тебе есть что сказать? Что мне есть сказать? Ну давай пофлиртуем. Возьми меня прямо здесь. Короче, меня выгнали, я понял. С музыкой у меня тоже все туго. Возьмите меня в кулинарок, пожалуйста. Или дайте пожрать хотя бы. Ну ясно, ясно, ясно. Клуб жлобов, наверное, вы хотели сказать? О, компьютерный клуб. Какой компьютерный клуб? У меня 10 баксов. Вы цены вообще видели на компы? Короче, я думал, и кажется, у меня появился восхитительный план. Так, привет. Я там в дневнике у тебя прочла, что ты любишь кисочек. Ля, обожаю. Вот оно и начало нашей мерзкой дружбы. Так, курочка моя крашеная, у тебя есть какие-то задачи? Качаем дружбу. Ну вообще, помоги пожить с домашкой. Сделайте где-то, никто не увидит. Стол библиотеки будет идеальным местом. Да краще место, что писать домашку. Вот она, домашка твоя. Спасибо, ты сделала это! Растет. Так, теперь ты доверяешь мне, чтобы за мной походить? Отлично, теперь она за мной ходит, но не думайте, не все так просто. Мы идем в городок, чтобы прикупить немножко снотворного, потому что я не хочу ее убивать. Презервативов, одну, две... Среда, уже время мало, у них в пятницу уже любовь будет, если ничего не сделаю. Короче, берем с собой снотворное, погнали. Ой. Чисто миссия невыполнима. Эй, сэмпай, я кое-что принесла в школу, я хочу поделиться этим с вами. А я тоже кое-что принес и хочу поделиться. Это мне пригодится. Ты же любишь котиков? Там такой милый котик маленький я видела. Пойдем посмотрим. Хорошо, показывай дорогу. Давай, почти пришли. Здрасте. Нечего предъявить. Вы покинули школу, но ночью возвращаетесь за своей жертвой. День шестой. Так. Как ваши дела? У меня такие планы на тебя, подружайка. Ух, ты бы знала. Самое главное, что ты сейчас много чего узнаешь. Интересно. А что ты собираешься со мной делать? Мы будем слушать Гатчи ремиксы в течение 18 часов. Пару дней спустя. После устранения этой девушки я думала, что мой сэмпай будет в безопасности. Но сейчас новая проблема с этим. Другая девушка проявляет интерес к нему.
симпатичная тройняшка. Мальчикам нравятся такие девушки, не так ли? Она может украсть его сердце. И я не могу позволить этому случиться. Вы не можете пойти в школу в воскресенье, вы можете пропустить этот день или сможете использовать этот день, чтобы пойти в город и работать неполный рабочий день, чтобы зарабатывать немного денег. Нет, у меня немножко другие планы на воскресенье на самом деле. Кое-кто ждет в подвале. Все еще там. Как дела? Get away from me! 18 часов, это то, что ты так любишь, это то, почему ты так скучала. У меня сегодня выходной просто. Весь день я с тобой. Спасибо. Я сгоняю в школку, посмотрю, что там у нас. За цыпа нарисовалась, познакомиться хоть с ней. Эй, симпай, я хочу у тебя кое-что спросить. У меня типа лишняя бента, которую забыла сестра этим утром. Да у нее даже тактика подката такая же. А можно с тобой познакомиться, извиняюсь? Можно вас на минутку? Майорука Рюкана. Она представилась как Майорука Рюкана. Майорука. Вот она. Еще раз, у меня вопрос к себе же. А стоит ли добиваться такого симпая, который за 5 секунд забыл предыдущую подружку и такой типа, о, новая, о, падет, о, рис, о, пожрать, о, яд, о, заебись. Зачем у меня такой нужен, собственно? Ну да, что-то не ладно, разначили, нужно идти до конца. Ой, что-то тебе совсем херовенько, слышишь? Колбасит тебя, конечно, знатно. Но осталось-то 10% всего, и ты, в принципе, готова. Вообще должна сказать спасибо, 3 дня тебя не было, он уже с новой куклой там стоит. Как бы открыл тебе завязанные твои глаза на, ну, на ситуацию. Давай эти циферки добьем уже до конца. Последняя пытка. Готова? I'll do anything. I'll do whatever you say. Вот он, мой киборг-убийца, готов. Ну что, пошли знакомиться с нашей новой соперницей? Вон она идет. Так, давай, как я тебя учила? I'm useless. Все верно. I'm worthless. Которую обменяли за 3 дня. Nothing matters. Ты знаешь, кто виновен. А самое главное, что делать? Do it. Kill. Kill. Жестко. Do it. Kill. Do it. Kill. Do it. Kill. Kill. Do it. Kill. Do it. Горжусь. Я горжусь своей девочкой. Какая же она у меня умничка. В конце себяшку не забудь, как договаривались. Все. Полиция обнаруживает 2 трупа. Нож является орудием убийства. Отпечатки принадлежат первой подруге симпая. Полиция считает, что это убийство самоубийством. Расследование заканчивается. Полиция не может никак связать вас с преступлениями. Симпай глубоко печален смертью своего друга. Это только до понедельника. Сколько их будет? Но уже в следующих частях. А пока подписывайтесь на него, на меня, на нас. Всем пока.